Сегодня во всех учебных заведениях проходят праздничные мероприятия. Виновников торжества и преподавательский состав педагогического колледжа имени Умара Хабекова поздравила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Студенты и преподаватели подготовили яркую концертную программу, посвященную одному из главных праздников российского студенчества. Подробности у Али Баташева. Атмосферу молодежного праздника с ноткой светлой ностальгии передал в своем музыкальном подарке преподаватель Ленор Александров. Всех виновников торжества поздравила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Я желаю, чтобы вы полной грудью проживали каждый день студенческой жизни, чтобы он был насыщенный и интересный, чтобы у вас было много друзей и увлечений, чтобы вас окружали порядочные люди. Я желаю, чтобы ваши сессии проходили легко, чтобы вы были жадными на знания, потому что вы, дорогие ребята, будущее нашей страны. Самым достойным студентам и преподавателям педагогического колледжа имени Умара Хабекова в торжественной обстановке вручили почетные грамоты и ценные подарки. Министр Инна Кравченко пообщалась с ребятами и ответила на вопросы, интересующие студентов. Первокурсница Татьяна Ким впервые отмечает главный праздник российского студенчества. Юность – незабываемая пора ярких впечатлений от жизни и новых знаний, считает студентка. В новых знакомствах, в открытии для себя чего-то нового. Имя Таня мне нравится, его предложил мой папа. Мама с папой много спорили, как меня назвать, но в итоге решили назвать в честь бабушки. Для меня студенческие годы, они самые, наверное, интересные, самые яркие, запоминающиеся, потому что я училась в этом колледже, тогда это было педагогическое училище. Это было время моего личностного восстановления, не побоюсь таких слов сказать. Вот. А сейчас мы со студентами такая большая, дружная, творческая семья. Татьянин день – прекрасная возможность показать свои таланты на сцене. Со своими лучшими номерами выступил ансамбль «Гармонь» и другие творческие коллективы педагогического колледжа имени Умара Хабекова. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.